Всем привет! И сегодня я сделаю такой небольшой обзор вот такого вот крема. Давно собиралась это сделать, я его получила в заказе через интернет-магазин. Искала крем для рук, который бы хорошо успокаивал кожу. Вот. И когда компания выпустила вот эти вот крема, я решила его попробовать сначала и потом уже вам рассказать. Я его в каком-то ролике показывала, как он открывается и что. И вы знаете, я на тот момент его еще, скажем так, только-только начинала использовать. Вот, и конкретного результата я вам рассказать еще не могла. Сейчас он у меня, вот смотрите, он у меня уже, скажем так, наполовину использован. И я хочу поделиться с вами своими впечатлениями. Что же это за крем, чем он так хорош, чем же он мне понравился. Так, это у нас крем с комплексом Эндемикс с экстрактами березы, ромашки и василька. Вы знаете, вот сейчас, на данный момент, мне очень много приходится стирать, убирать, мыть. Вот так получается, что очень много работы по дому. Уход за человеком, вот, он сопровождается, вот, руки просто находятся очень часто в воде, причем с моющими средствами. Ну, кто-то мне скажет, ну, ты бы надела перчатки. А я вам сразу отвечаю, у меня руки перчатки не переносят, понимаете? Вот есть такие моменты, когда в перчатках руки начинают потеть, и все становится еще хуже. Если еще учитывать, что периодически вылезает аллергия, вот это опять я говорю для тех людей, у которых есть какие-то аллергические реакции. Вот. И иногда приходится пользоваться синофланом. Я это не скрываю, нет. Вот. Бывают такие моменты. И вы знаете, вот этот вот крем, я им мажу в течение дня и на ночь. На ночь я им мажу руки прям очень-очень густо. Очень густо. Вот благо, что объем большой. И я прям вот мажу прям вот все-все руки. Вот. Вот я, прежде чем сесть снимать для вас ролик, я помыла посуду. Вот. И, естественно, я сразу руки помазала кремом. Руки остаются после этого. Во-первых, он не оставляет, вот этот вот крем, он не оставляет жирных следов. Вот это меня очень, кстати, очень хорошо устраивает. Он очень хорошо впитывается. И что очень важно, вот я думаю, что в этом плане очень хорошо работает экстракт березы. Кожа просто успокаивается. Бывает, вот знаете, такое, ну не знаю, может быть, на фоне вот немножко понервничаешь, как-то вот, ну, я не хочу сказать, что если уж я попсиховала, то это все, это трындец. Это все. Тут надо уже успокаиваться конкретно. Ну, слава богу, в последнее время уже таких ситуаций становится, такие ситуации происходят все реже и реже. Но немножечко как-то где-то понервничаешь, это не пищевая аллергия, нет. Вот на нервной почве вот такое вот происходит, то бах, и где-то какой-то очажок воспаления на коже появляется, вот эта вот аллергическая вот эта вот реакция, начинается вот этот зуд, волдыриками покрывается, и хочется сразу, ну, на этот случай у меня есть синофлан, и я мажу это вот участок этой кожи, вот мажу вот синофланом. А потом, чтобы кожа, она, естественно, все это сопровождается сухостью кожи, сухость кожи такая,
повышенная, как бы, наверное, сказать правильнее, повышенная сухость. Вот. И вот мне свою кожу приходится периодически вот увлажнять этим кремом, увлажнять, питать. И вот этот вот крем в этом плане мне очень здорово помогает. Очень здорово помогает. А мы с вами перейдем на сайт и посмотрим его состав поподробнее. Вот, но мне хочется его вам показать поближе. Вот тут такая зелененькая баночка. Вот, а мне хочется показать его, какой он есть. Вот я сейчас его выдавлю. Вот смотрите, он вот такой вот достаточно густой. Вот такой достаточно густой. У него очень нежный аромат. Очень нежный. Травой. Трава. Очень. Только, знаете, когда пахнет сеном, оно... Ну, к чему? Вот. С чем сравнить? Ну, знаете, когда траву косят, свежескошенная трава, наверное, немножечко еще нежнее. Еще нежнее. Еще. Но запах очень-очень приятный. То есть вот ромашка, василек. Вот. Видите, тут экстракт березы. Да, оно соответствует вот этим вот. Вот. И вот я сейчас намажу на руку. То есть, знаете, когда я на ночь руки мажу, вот я намажу, оно потом хоп, и все впиталось. Вот. Я сейчас вот, ну, я его много нанесла, поэтому я его вот наношу на руку. Оно же и для тела, и для рук. Для рук и для тела. То есть, люди, которым нужно чем-то увлажнить тело после ванны, после бани. Вот, кстати, идеальный вариант. Но что касается, скажем, если брать более лечебные свойства, я бы взяла, наверное, вот корень. Он еще и массажный эффект у него есть. Если после бани для тела и для ног, корень вообще идеальный. Либо такой, либо вот такой, либо вот такой. Так, ну мы с вами разговариваем. О, все, все, все впиталось, все. Вы знаете, никаких жирных следов, кожа остается мягкая, бархатистая, ухоженная и очень приятно пахнущая, очень приятно пахнущая. Вот, вот такой вот замечательный крем. Он очень мне понравился, он подходит для чувствительной кожи, он прекрасно снимает воспаление, он очень хорошо успокаивает кожу, очень хорошо питает и увлажняет кожу, так что очень-очень вам советую. Офисные работники, кто там часто деньги с деньгами дело имеет, там пальчики трескаются. Вот, кстати, очень хорошо будет. И заживлять будет очень хорошо. Кстати, заживляет. Вот у меня руки бывают... Ну вот, после стирки я люблю белье замачивать. Я его не просто в машинку стиральную кидаю, я его замачиваю. Вот. Я его отжала. Естественно, действие порошка. Конечно, я руки помыла, все, но кожа сразу хоп, и она прям вся скукоживается. Вот. И хочется сразу ее намазать. Вот этот вот крем в этом плане очень хорошо работает. Прям вот, вот прям вот замечательно. Я сразу иду, сразу намазываюсь. Вот. Что касается полов, слава богу, швабра у меня, я ее руками не трогаю. Она так отжимается. Это вот как губка такая вот швабра. Вот. Поэтому я руки сразу намазываю вот этим вот кремом и иду мыть полы. Вот. Так что очень вам советую. Вещь очень хорошая, крем очень хороший, качественный, натуральный. И сейчас мы с вами перейдем на сайт и посмотрим его состав уже более подробно. Значит, ролики у меня теперь универсальные.
То есть вы в зависимости от того, где вы меня смотрите. Если вы меня смотрите в Ютубе, то здесь внизу под этим видео вы увидите ссылку на этот крем, вы увидите ссылку на регистрацию в компании. Регистрируйтесь. Регистрация в компании дает скидку от 5 до 15% и 25%. Лично я пользуюсь скидкой 25%. Вот, есть ссылка на официальный сайт компании, то есть не надо никуда бежать, нигде искать, на ссылочку кликаете, и вам открывается сайт, знакомьтесь с компанией, там масса полезной информации. Здесь есть ссылка на Топлинк. Топлинк – это такой мой маленький сайт, в котором я собрала все видеоинструкции, как сделать заказ, как попасть на вебинары. Опять же, масса полезной информации и весь ассортимент продукции. Весь. А идете в Топлинке, это интернет-магазин, плюс еще интернет-магазин, раздел, там крема, уход за телом и руками. По-моему, так раздел называется. Вот. Но опять же, вы увидите ссылку вот на этот крем. Если вы меня смотрите в Инстаграм, значит, вы идете в шапку профиля, открываете ссылочку Топлинк. И в этом Топлинке там масса полезной, я уже говорила, масса информации, плюс интернет-магазин. Идете в раздел «Косметика», «Уход за руками». Вот в этом разделе вы найдете этот крем и много других кремов. Вот, и там вы совсем-совсем этим познакомитесь. Так, а мы сейчас с вами переходим на сайт и смотрим об этом креме более подробную информацию. Цена, действие, состав. Мы с вами продолжаем смотреть крем для рук и для тела. Сейчас я нахожусь на сайте, захожу в раздел «Красота» и «Уход», вот, «Уход за кожей рук и ног» открываю. Так, смотрим, что у нас здесь есть. Так, ну вот смотрим, у нас, смотрите, здесь есть разные крема, бальзамы. Так, ну просто я вас немножечко познакомлю. Так, что у нас здесь вообще имеется? Так, нас с вами интересует вот, смотрите, как интересно, у нас еще есть такое вот мыло для рук и тела из той же серии. Вот, но нас с вами интересует крем для рук и тела. Давайте посмотрим. Так, ну у нас, смотрите, цена 360 рублей. Объем 300 миллилитров. Вот такой вот большой объем. Так. Крем с экстрактами березы, ромашки и василька увлажняет, питает, успокаивает, смягчает кожу, дарит комфорт и бархатистость. Моментально впитывается и не оставляет ощущения липкости. Все абсолютно верно и чистая правда. Это я вот проверила на себе. Так, вот давайте теперь посмотрим, за счет чего достигается такой классный результат. Посмотрим описание и потом посмотрим состав. Так, описание. Легкий крем для рук и тела идеально подходит для ежедневного ухода за кожей. Гель алоэ вера глубоко увлажняет. Способствует обновлению и омоложению кожи. Купаж из экстрактов березы, ромашки, василька предотвращает отечность, шелушение, успокаивает и снимает зуд.
Вот за счет вот этих вот, вот это действие я на себе ощущаю очень здорово, потому что когда руки начинают воспаляться после вот порошков, так, обеспечивает мягкий, дезодорирующий и антибактериальный эффект. Ну, вы знаете, то, что у него приятный аромат и то, что он прекрасно снимает воспаление, это я заметила. Вот, и он очень здорово успокаивает кожу. Даже когда намазываешь вот это вот больное место тем же синофланом, вот, эффект, конечно, достигается, но он, понимаете, без крема, нет того самого эффекта. Мазь, она и есть мазь, это лекарство. Вот, а чтобы увлажнить кожу, смягчить, успокоить, вот для этих целей нужен крем. И этот крем, он прекрасно выполняет эту функцию. Ну, вы знаете, вот я еще хочу немножечко добавить, немножечко. Вот только сейчас вот я вспомнила, что, вы знаете, у меня ребенок тоже страдал аллергией в детстве. Вы знаете, мне казалось, что эта аллергия никогда в жизни не пройдет. Она у него была очень сильная. И сгибы ручек, ножек мне приходили. Ну, опять, у нас был прекрасный, замечательный педиатр. Вот, давно это было. Который мне советовал, что делать, потому что, ну что, я молодая была совсем. И плохо во всем разбиралась. И вот этот врач, он у него, знаете, вот травник у него на столе был, лежал, энциклопедия лежала, травник лежал. И он советовал, какие травки попить, он советовал, чем лучше помазать. И вообще, то есть он старался обходиться без химии. То есть он детей просто так не травил вот этой всей дрянью. А в отличие от того, что сейчас делают педиатры, вот. Что я хочу сказать? Вы знаете, я ему ручки, чтобы вот убрать вот эти вот все воспаления, в аптеке заказывала дегтярную мазь. А это там, понимаете, оно делается из березы. Вот. И вот этой вот дегтярной мазь, эту дегтярную мазь я ее наносила на сгибы ручек. Вот. И завязывала винтиком, делала такие вот компрессы, аппликации. Вы знаете, оно реально помогало, оно реально вот снимало вот эти вот отечности, потому что аллергия просто страшная была. Вот. И одной мази, которую нам выписывали, опять же делали ее в аптеке на заказ, ее оказывалось, как правило, мало. Вот. Поэтому я вот вспоминаю те вот эти вот времена, то есть мазь-то мазью, а чтобы смягчить и успокоить кожу, нужно все-таки дополнительное действие. Это использование крема. Ну, давайте дальше. Так, обеспечивает мягкий. Так, масло ши и сладкого миндаля глубоко питают и смягчают кожу, дарит комфорт и бархатистость. Цветочная вода гамма-мелисса обладает сильным антиоксидантными свойствами. Очищает, выводит токсины из кожи. Эфирное масло лаванды освежает, регенерирует, способствует обновлению и омоложению кожи. Ваш природный помощник на каждый день. Для рук и тела, для любого типа кожи, для мужчин и женщин. Ну, то, что он подходит для всех, это да. И вы знаете, вот целебные свойства этого крема я вот по достоинству оценила. Классный крем, и как только он у меня закончится, конечно, я закажу себе еще одну такую баночку. Тем более, что такой большой объем, вот, и надо еще, конечно, попробовать будет взять мыло. Вот, что-то я как-то про него забыла. Так, теперь давайте посмотрим состав. Так, ну, вот это все вы почитаете сами.
нажмете на паузу и прочитаете. А я вам сейчас вот активные компоненты. Купаж экстрактов березы, ромашки, василька, гель алоэ вера, гидролат гамма-мелисса, эфирное масло лаванды, комплекс растительных экстрактов. Экстракты саганда-айля или утраокока, красные щетки, моралевого корня, байкальского шлемника. Вот такой вот замечательный. Вот смотрите, вот если мы сейчас вот просто я так навскидку посмотрела, опять здесь вот смотрите, присутствует масло сои. Вот. Да, здесь вот тут экстракт березы, ромашки, василька, бетаин. Да. В общем, хочу сказать, что состав он оправдывает, и он не то что оправдывает, он объясняет вот такое вот замечательное действие этого крема. Вот. Так, теперь давайте посмотрим, тут у нас отзывы есть. Так. Ну, знаете, вот здесь вот крем на оценку 4, но запах навязчивый и неприятный, держится очень долго. Ну, вы знаете, я что хочу на это сказать? У каждого человека свой вкус. Вот понимаете, вот для меня этот запах очень приятный. Вот. И он абсолютно ненавязчивый. И если учитывать, что он очень быстро выветривается и остается такой вот... Ну, его практически нет. Поэтому... Но опять, я еще раз хочу сказать, что каждый человек – это индивидуальность. И для каждого, каждый человек оценивает это по-своему. Вот. Я встречала крема действительно очень такие, я бы сказала, вонючие, вот очень ароматные. И этот крем по сравнению, он, можно сказать, практически ничем не пахнет. Поэтому... Вот видите, у всех свое мнение. Каждый оценивает это по-своему. Каждому, как говорится, нравится свое. Так. Ну, в принципе, я вам все рассказала. На этом я свое видео заканчиваю. До новых встреч и до новых роликов.